Слапайся. Да, давай, слабься, пока покормим. 3-0. Да ты со мной сыграй. Ну да, ты со мной играешь. Да. Свапни со мной, да. Так, ребят, у нас сейчас игра Джо Даффи. Как там правильно? Джо Даффи изначально, Джо Млай первый. Как там правильно? Пока я первый, потом следующий матч будет Стил первый. Так, окей. Джо Даффи играет против Джо Млай. Белая форма у Джон Лайт убирает, а Джо Даффи убирает у нас, ну, какую-то такую, не знаю, такую, типа, сиреневую, что ли. И сейчас я с телефона, нормальный микрофон. Старт нажимай, все. Поехали. Удачи ребятам желаю и погнали. Так, Даффи начинает разыгрывать. Ой. И вау, мяч сразу же. Это первая игра, напомню. Будет две игры. Так, поехали дальше. Так. Така. Нет, получает. А у него, у него типа форма Спартака, что ли? Да. Капитан идет по атаку. Не, не получается. Вратарь Джо Млай перехватывает мяч. Отдает пас. И сразу нет. Атаку начал. И атака опасна. Ой, вратарь отбил сейчас хорошо. И у Джо Млай вратарь сейчас выручает Джо Млай. Под гола. Атака дать. Нет, не получается. Джой атакует. Нет, опять не получается. Опять пытается навесами играть ребята, но пока вообще не выходит. Вау, такой мяч. Атака. Шабла это была. Нет. Удар и штанга! Двойная штанга. Двойная штанга от Джоя. Джой Даффи мог забивать, счет открывать. Не получилось. Атака. Джой Даффи. Там ты Джой. Джо. Без таких и, блядь. Ладно. Ну ты же меня тоже коверкаешь иногда. Ничего же, я же ничего не говорю. Да ладно, я шучу, я шучу. Вратарь хороший. Джой Даффи. Даффи просто я буду называть. Даффи, вы, идет в атаку. Нет. Ну блин, ну что-то непонятно тут происходит. О, и чего? Чего происходит вообще? А! Да! Даффи! Джой открывает счет. Джой Даффи открывает счет 1-0. Причем красиво забил он от добивания там Джамбайки. Видел, он там гулял, придурок. Да, что-то непонятно. Так, идет в атаку Джамбайт, нет. А, нет. Опять атака, опасно. Какой вратарь сейчас у Джой Даффи, вообще красавчик. И под атака! Нет, молочек. Итак, атака, нет, 5. 5 что-то пытаются пинать игроки, так, пинают. Так, Джо Даффи идет вперед. О, капитан пошел у Джо Даффи вперед. Ну-ка, нет, пинали капитана. Отняли мяч, опять атака. Вот он, капитан команды Джо Даффи. Гол с навеса! Капитан забивает Джо Даффи. 2-0. Джо Даффи выигрывает. Это турнир, напомню, у нас у Бадыча, с вами комментарий Real Steel, Real Steel Champions, Steel, Man Steel, играет. В итоге Real Steel. Так, что, 2-0, и Джамбайту надо отыгрываться. Атака, о, сейчас было опасно, кстати, опасно. Но вратарь Джо Даффи сегодня играет как Волк, как Лев, как Буфон, кто угодно. Фу. Так, опа, атака Джо Даффи, опять капитан, а нет, капитан вон он бегает. Капитан, нет, не было капитана. Ой, опасно! Ой-ой-ой, вратарь вытаскивает! Аут. И Джо Млай атакует, как опасно. Атакует, и 2-0 пока Джо Даффи выигрывает. Фу, потно. Ребята, потно.
второй займ и поехали. И в атаке теперь Джавлайн. Атака навесом, нет, не получилось. И аут. Джавлайн выкидывает. Вбрасывание. Не получилось, капитан. Джедай перехватывает. Ой-ой-ой, какая контратака. Вау, хорош. Навесом пытался Джедай забить, не было. Капитан выходит. Нет, вратарь молодец у Джавлайна. Джавлайн идет в атаку. Удар и гол. Какой-то, знаете, как Джавлайн забил гол, я вам рассказывал. Он пробил по вратарю, вратарь сам себе ворота срезал просто. Навесом, кстати, Джавлайн забил. 2-1, да, Джавлайн все-таки возвращается в эту игру. И вот она, атака Джавлайн. Ой, отпинали там игрока, даже не дали ему принять мяч. И опять Джавлайн в атаке. Атака и гол навесом, 2-2. Вот вам, пожалуйста. Вот вам и результат. 2-2. Так. Так. Так, что запинали кого-то. Понятно. Джамплайт, смотрите. Передача дает. Нет, не получилось. И теперь... Дафи. Джой Дафи пытается в атаку. Нет, не пропускает. Контратаку капитан. Ой-ой-ой. Капитан отдавал нападающего, но... Вратарь Джо Дафи сыграл идеально просто сейчас. Реально идеально. Ой-ой-ой, головой! Ну как же так, вратарь ошибся, и головой Джавлайн забивает. 3-2. Капитан Джудафи не проходит. Ой-ой-ой, Джам отдал капитану. Ой-ой-ой. Сейчас опасно было, опасно, но не получилось. Так. Атака Джавлайна не получилась, сразу получает атаку. Нет, не получает. Ой, выход 1-1-1 был, но не получилось. Аут выкидывает Джавлайн. И у нас минута 20-27 остается до конца матча. Так, ну что, что? Опа, Джо Дафи идет. Так, отдает пас. Хорошо. И передача. Ой, обманул вратаря, но пас почему-то не вышел. И выход 1-1 Джамлайта. Гол навесом. 4-2. Джамлайт впереди. Да, да. Вот так вот. 2-0 проигрывал. Камбэч, камбэч, камбэч Джамлайт. Ой-ой, атака опять Джудафи. Защита вообще куда-то ушла, непонятно. И теперь атака Джудафи. Так, надо бежать, бежать. Осталось минуту играть. 4-2. Ой-ой-ой, атака Джамлайн, это было опасно. И вот Джудафи в атаке. Где капитан? Капитану не дают пас. Ой-ой-ой. Джамлайн вратарь забирает и отдает ближнему игроку. Ближний начинает атаку. Нет. Опять Джудафи атаку. Как опасно было. Сейчас 3-3. Ух ты. В 3 паса Джудафи просто разорвал оборону Джамлайна и не получилось. На 3 атаки хорошо сыграл. Сыграл хорошо сейчас Джудафи. Очень хорошо, но... Пока осталось 29 секунд, а надо забивать 2 мяча. Да, Джудафи надо забивать 2 мяча, и он ведет в атаку 25 секунд, и... Да, Джамлайн снимает и идет в свою атаку. Ой-ой, провал! Гол! Да, это гол. Ну, никого не было. 5-2. Защита ушла куда-то. Курить. О, Джамлайн. Да, ушла к Джамлайну, и в итоге гол. Ой-ой-ой, сейчас вратарь, вот сейчас хорошо сыграл, сейчас идеально сыграл и поймал мяч. Так, атака Джамлайна, ну все, 6-5-4, ребят, ну все, 5-2, первый матч побеждает. Побеждает Джамлайн, 5-2, поздравляем Джамлайна, 5-2. Джамлайн! Итак, перехост и погнали. И внимание, поем песенку, пока делают перехост, ребята. Как его зовут? Джа! Та-ра-та-ра-та-ра-та. Лайт! Та-ра-та-ра-та-та. Джам! Та-ра-та-ра-та-та. Лайт! Та-ра-та-ра-та-та. Джам! Лайт! Джам! Лайт! Поехали на второй матч. Так, те же формы, те же формы, те же эмоции. Посмотрим, будет какой-то интересный матч у нас. Ну, первый матч у нас начинался интересно, но да, Джамлайн камбэч, ну камбэч, ну посмотрим. А, тут начинается с проверки... Ну, заебал. Да, проверки командировки, смотрят они, кто как играет, кто как убивает, пока все нормально, пока. Проверка боем, короче, проходит. И атака опасна. Ой-ой-ой, ворочек на месте. Ворочек на весь. Ну, Джамлайн опять отдает ближнему и начинает атаку. Так, одного, второго, третьего обходит. Передача, а передача. Ой, обрез какой! Обрез, капитан команды выходит! Ой, бил!
туда бил капитаном, блин, с навесом, но не получилось. Такой момент. Сейчас Джавлай, берет мяч слева. И куда дает? Ой, как чуть не обрезался сейчас Джавлай. Сейчас обрезал бы всю защиту. И опять непонятные пасы. И что, кто возьмет мяч? Кто будет первый? Ой-ой-ой. Контратака 3 в 0. Тут хорошо игрок Джавлай-то вернулся. Атака, смотрите, смотрите, подкат, Джавлайт, как играет подкат, и ваут, да, ребят, уходит мяч, ваут, а еще 0-0, ребят. Так, атака, Джавлайт идет, блин, передачу не может сделать, нет, Джавлайт перехват на капитана, капитан уходит одного, второго, смотрите, и пас на игрока, ой, вратарь хорошо сыграл, еще идеальный гол, Джавлайт, давай еще. Не, ну красивая комбинация, 4 паса и гол. Так, Джудафи начинает с центра поля. Посмотрим, будет отыгрываться. Но я думаю, Джудафи может это сделать, поэтому довольно такой крепкий игрок. Посмотрим. Так, атака. Атака Джудафи идет. А где капитан? Капитан один! Ой, капитан, какой удар! Блин! Капитан красиво бил, но вратарь Джамлайта запатентован Джамлайтом, поэтому без вариантов. Атака, потому что непонятно, атака, провал опять в обороне, сейчас ошибают обе команды, вот. Но, ой, ошибся вратарь пошел не туда, Джамлайт как раз это проверил, он отдал передачу и на пустой угол просто расстрелял, ну просто пустой угол практически расстрелял, Джамлайт ведет 2-0. Так, атака Джудафи, где капитан, нет, просто навесом. А капитан, да, он был в офсайде, поэтому как-то да. Так, атака Джамлайта. 42 секунды остается. Какой опасный. Ой, вратарь сейчас просто в упор бил Джамлайт, игрок нападающий, но... Ну, вратарь хорошо вытащил. Ой, не туда сейчас Джамлайт отдал, я мог бы обрезаться, но не обрезался и забивает. Да, забивает, ну как, парашютом. 3-0, что-то удачи, да, все рушится. Короче, защита не помогает. И что-то жопа, короче, полная жопа, борьбы нету. Ой, обрез, 2 в 0 выходит. Вот это сейчас вратарь. Вот сейчас сыграл Джудафи вратарь идеально просто. Потому что там 3 человека было на забивании, но не успели никто. Да, и все-таки, да, 4-0. Что-то Джамлайт просто разозленный какой-то на всех. И просто машина стал, я не понимаю. Я даже боюсь не играть. Игу! Ты смотрите, что-то... Что Джудафи творит на последних секундах встречи? 3 секунды, ребята, 4-1. Он просто забивает парашютиком. Так, ребят, подождите. Это еще не все. Второй тайм еще. Сейчас Джудафи еще будет отыгрываться. Посмотрим, получится, не получится. У Джамлайта получился камбэк. Посмотрим, что у Джудафи получится. Ой-ой-ой, ну как же вратарь? Как вратарь пошел курить? Зачем? Непонятно зачем. И Джамлайт этим отходит. 5-1. Да, увеличивает Джамлайт преимущество. 5-1. Ой, атака опасная. Сейчас Джудафи мог забивать, но вратарь хорошо сыграл. Опять вратарь. Блин, где защита, непонятно. О, только вратарь. Один вратарь у Джудафи. У Джудафи играет только сейчас один вратарь. Ой, как хорошо Джудафи играет передачами. Джамлайт пользуется в основном верхними передачами, а Джудафи играет технично. Зачем? Это технично. Пас. Да заебал тут гандон ловить. Понимаешь, что он именно не отбивает, он тут, а он ловит. Ну да. Так, вот Джудафи идет в атаку. И 2 минуты. Есть капитан, он рядом. Ой-ой-ой. Навесом пытался Джудафи забить, не получилось. Атака опять Джудафи идет. Капитан, ну, капитан гол, да, ну капитан, он должен забивать. Правильно, Дафи, капитан забивает. 5-2. Что-то расслабился Джамлайт у нас и 5-2. Ну, еще минута 53. Да, расслабляться не стоит в таких матчах. Тут все может быть аукнуться. Так, ну что, Джудафи идет в атаку. Я да, ну Джудафи будет выбрасывать. Выбрасывает и передача. Ну, а это капитан не успел подхватить мяч, он подбивает сыграть. Ну, он пытается в подкатах играть. Джудафи
сейчас защита получше, вроде немного действий стало. Но ой, какой сейф вратаря, просто сейф от бога сейчас был. Просто шикарный сейф, ой, хорош! И фиксирует, классный сейф. Классный сейф. Так. О, Биджон обидет в атаку. Ой-ой-ой, ну вратарь туда, был на чеку, конечно. У него другие планы, у вратаря, у Джамлайта было. Так, ну что, Джо Дафидет, капитан команды идет опять по атаку. Нет, ну передача была, ну что там вратарь там что сыграл, давай. Поймал кураж вратарь, и сейчас такого вратаря будет очень тяжело пробить. Ну что, атака. Атака идет, Джамлайт, остается минута. Джо Дафи надо просто закидывать уже вперед, надо штурмовать ворота. Что угодно делать, потому что остается 50 секунд играть. А в атаке кто? А, да. А в атаке у нас Джамлайт был. Но сейчас Джо Дафи... Ой-ой-ой-ой-ой. Джо Дафи идет по атаке. Капитан опять где-то находится вне зоны действия сети, грубо говоря. Вау. Что ж такое? Так, Джо Дафи идет. Передача. Опять перехватывает Джамлайт. Все передачи перехватил Джамлайт. Игроки. И вот он. Ну, атака 25 секунд. Ну, бросок. А, где? Капитан пытался добить. Ну, как же так? Там ногу только подставить оставалось. Как же так? Не успел капитан. И Джамлайт идет. Какой моментище. Просто моментище сейчас было. Нет, не получается. И... Все. Джамлайт еще в атаке. И что? Все. Да, 5-2, ребят. 5-2. Это просто удар никуда. 5-2. Второй матч забирает тоже Джамлайт. Ну что, спасибо, Джо Дафи, за игру. Так, ну что, все, ты все, Джо Дафи, ты пойдешь, комментировать не будешь нас, да, уже пойдешь? Да. Отпишите, ага. Потом еще, да, что, падаю, сейчас пишите счета. Да, это...